Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, соедини драконов. И снова у нас появилось событие «Блестящие дни», когда мы можем получить дополнительные призы в виде яиц и дракончиков, а также получить дополнительные блестяшечки. Вот смотрите, что у нас тут ожидает. Гнездо с яйцами дракона, потом вот можно возможные награды, можете посмотреть, что нас тут ждет. Так, ну тут видно, дракончики видны. Вот, смотрите, какие красавчики сегодня нас ждут. Ну что ж, давайте начнем. Я поставила соединение драконов по 5 и яиц. И давайте вот начнем с этого вот. Раз, два, с хранилища. Потому что у меня тут набралось уже куча яиц, как вы видите. И вот заодно мы как раз-таки их и посоединяем. Вот этих тоже, травяных у меня собралось. Ой, лишнее одно достала. Так, очков они дают очень мало, как вы видите. Но, по крайней мере, я смогу их использовать, освободить немножко хранилище. Вот. Так вот. И потом пойдем соединять. Может быть, каких-то интересных новых драконов получим или драконов второго класса. Будет видно. 19 соединений у меня всего лишь, не так и много. Завтра у нас среда, когда мы сможем все призы и награды разбирать. Я прошла события на этой неделе новенькое. Я выкладывала видео, вы могли это видеть. Поэтому драконов будет много у меня еще. Надеюсь, не придется их распаковывать сегодня. Итак, нажимаем на знак восклицательный сверху справа, чтобы увидеть соединение по 5. Вот принцесски. Так, 7 уровень сразу предлагают соединить. Ну что, ну, пришла уровень соединять 7. Давайте соединим. Сразу куча очков и куча призов. Похоже, мы сегодня быстренько пройдем. Так, так, вон сколько сразу. Ну, давайте. Вот гнездо с яйцами дракона. Парам-пам-пам. Ну, давайте правый возьмем. О, целое гнездо. Целых 2 гнезда с яйцами дракона. Шута выпало. Серединку на сей раз. Вот, детеныш дракона кометы. Дальше. Так, эти призы тоже отправляю вниз. Вот сюда. Тоже будем завтра разбирать. Смотрим дальше, какие у нас тут соединения. Так, здесь уже все. Тут 8. 8 уровень, 3 у меня. Следующие рогалики. 3 уровень, 5 драконов. А рогаликов, смотрите. Вот, блестяшечка выпала. Ура, ура! Смотрите, сразу 4 уровня. А, ну я соединила же 3 уровень, правильно. Как, конечно, они у меня могли, должны были именно появиться. Я же их сама-то и соединила только что. Вот. Теперь у меня получены 4 уровня рогалики. Вот они. Отлично. Сколько за них только очков мне дали, непонятно. Так, посмотрим дальше, что можем мы еще соединять. По 5. Коралловые дракончики 1 уровня. А, вот я могу посмотреть, сколько у меня. О, еще 2 детеныша дракона шута. Дальше еще нужно собирать. Так, заберем его. Так что хоть одна цепочечка у меня собрана до конца, до 4 уровня, рогалики первые. Так, вот еще 2 уровня коралловые дракончики. Можно на них посмотреть, я впервые их получаю. Вот они. Есть. В событии я их получила более высокий уровень. Дальше. Следующее. 4 уровень у нас торговцы. О, собралось 5 торговцев. 640 очков. Рауре, Судана, дракон-ювелир, гнездо 2 класса. Ну вот, видите, ювелиры у нас. Сейчас я посмотрю приз. Так, 2 детеныша дракона Анубиса. Есть. Сюда, ко всем призам, к остальным.
Ну, давайте, сколько тут ювелиров у нас будет. Ой, смотрите, мне выпало 8 яиц. Это у нас рекорд, потому что 8 это максимум вообще, сколько возможно. Только где эти яйца? О, где 8? Это 6. Это 6. Ой, вот вы посмотрите-ка. Он же показывал, что у меня 3 яйца. Вот так вот показывал, смотрите. А потом выпало только одно яйцо. Вот, раз. Смотрите, еще 3 показывает. А теперь вот у меня бах и 2 яйца. Какая-то новая ошибка в программе. Ну, таких у меня только 2 яйца остается, потому что наверху не буду искать, потому что только-только таких ювелиров получила. Их не будет, естественно, у меня таких яиц. Так, 7-й уровень. Дальше смотрим. Так, дерево Аркадии. Есть. Я вот как раз-таки получила новеньких дракончиков в Аркадии. И вот они у меня тоже собрались. 5. Потихонечку. Следующий. Еще дерево Аркадии. Так. 160 за них тоже дают. Смотрите-ка. Ну, давайте слева. Дракон Анубис. Неплохо. Дальше 3600 очков нужно набрать. Это у нас перед сундуком так разводит на очки. Подумай только. Ну, ничего, в среду на завтра будет еще куча очков. Так. Еще 14 соединений есть. Вот, еще малыши древесного. Дракончика Аркадия. 2 уровня. И еще 2 уровень собрался. Давно их не соединяла. Просто до некоторых драконов руки не доходят. Все время спереди соединяем. А до этих еще не доходили. Ой, какие красивые, вы посмотрите. О, красота-то какая. Так, 3 уровень. Вот. Красавчики. И еще 3 уровень, 5 драконов. И будет 2 класса. Интересно, какие будут драконы 2 класса. Красивые такие, даже не хочется соединять. Ну ладно. Как были деревянного дракона, так и есть деревянный, только розовенькие стали. Название такое же, если я не ошибаюсь. Так, посмотрим. 5 яиц. Вот, 640 сразу. Удача короля Клевера. Ну-ка. Так. О, ну тут правильно показала. 7 яиц. Еще 600 очков. Есть. Ну, получим ли мы ультрагнездо? Давайте посерединке нажмем. Нет, в этот раз не получилось. Только одно. Итак, 2 дракона шута. И последний приз 4840 очков нужно набрать. 4840. Хорошо. Это много надо набирать. И таких у меня 2 яйца. Вот это надо будет наверх все отправлять. Так, спасибо, красавчики. Носите мне тут всякое разное. Пошли дальше смотреть. Вот у меня 4 уровень еще такие остались. Так, дальше. Фонтанчик Аркадий. Тоже собрались у нас дракончики. 1 уровень. Вот. Дальше смотрим. Временной дракончик. 1 уровень. 2. Вот на 3 можно хоть посмотреть. Во, какие красавчики.
застряла прямо книга. Третий уровень, 5 можно соединить. Вот, первый раз получила 4-й дракон уходящего времени. 4-й уровень, посмотрите какой. Вот, видите, наконец-таки новых драконов совершенно получаем. Тут книга стала застревать. Нам порту должна быстрее. Вот, пошли уже пегасики. Уже маленькие очки пошли. Интересно, доберемся ли мы? Или придется по 3 соединять? 2-й уровень. Ну, хоть мелкие все соединим. Всю книгу соединяем. Соединяем всю книгу. 3-й уровень, пегасик. Кстати, еще пока блестяшек не дали нам дополнительных. Между прочим, то кроме тех, которые я соединила, самих блестяшек. Так, дальше жизни дракона. Что он мне говорит? 5 соединить 3-го уровня. 52 очка. Не жирненько. За дракона в жизни, между прочим. Так. Ну, пошли уже племенные. Тут уже совсем копеечные. Придется, наверное, те, которые по 3 соединять. Жалко, конечно. Есть. Хочется же забрать этих блестящих драконов. Так. Что у нас тут еще есть по 5? О, яйца вижу. Вот. Можно подобрать немножко. И 1-й уровень. Еще 1-й уровень алый. Дальше. Травяные. Так, у меня есть блестяшки 3 штуки, но это мы не будем соединять. Пока будем соединять вот эти 1-й уровень. Ой, наконец-таки такая блестяшка дешевая. Травяного дракончика. Всех крутых драконов не дал блестяшек. Дал травяного. Что подумать, теперь у меня их 3. Так, еще 1-й уровень травяного соединяем. Так, еще. Ой, сколько собралось. Так, что теперь, наверное, 2-й уровень. Точно травяной дракончик 2-го уровня. Ну, хоть книжка освободится. Полегче игре будет. Еще 2-й уровень. А то такое огромное количество драконов. Еще они мне все не соединены были. Так. 3-й уровень. Ну, это, конечно, на очки, как вы видите, совершенно не влияет. Так. Следующие 5 у нас каменные. Есть. Вот 2-й уровень. Всю эту мелочевку посоединяю. Всего 4 соединения остались. Так, вот зелененький 1-й уровень. Зелененький дали блестяшку. Да уж, спасибо. Так, еще 1-й уровень. Есть. Так, 2-й уровень. Смотрим дальше. О, тут можно яйца тоже подсоединить немножко. Дальше. 1-й уровень. 15-й.
Так, второй уровень пятнистые. Третий уровень пятнистые. Но четвертый будет интересным. Нет, колючий. Колючий, вот могу яйца присоединить. Освобожу драконью книгу заодно. Побольше, чтобы мне туда яиц влезало. И вот первый уровень колючий. Второй уровень. Третий уровень. И последние поганочки у нас. Первый уровень. Поганочки, кстати, у меня ни одной еще блестяшки нету. Обратили внимание? Еще первый уровень. Еще первый. Теперь единичка не заканчивается у меня. Второй уровень. Так, все, закончилось. Соединение по 5 в книге драконий закончилось. Теперь посмотрим, что у нас тут есть. Так, 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 это пока нет. Не трогаем второго класса дракончики. Соединили, что у нас тут летает. Это реклама. Так, господа мои хорошие, заходим теперь тогда в драконью книгу. И начинаем смотреть, что у нас там есть по три. Так, вот, какие-нибудь, которые дорогие дракончики. Какие-нибудь высокий уровень надо посоединять, чтобы нам получить эти очки, получить последнего дракона в конце концов. Давайте будем смотреть, вернемся на самое начало. Вот сова-грифончик, например. Я смотрю, тут вот есть восьмой уровень, можно соединить. Три, так, 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 восьмой. Второй тут еще далеко. Ну, давайте восьмой соединим, сова грифона. Вот, 800 очков сразу, посмотрите. И нового дракончика, мудрая сова девятого уровня. Драконья сила 4800. Отлично. Дальше смотрим собачка. Что у нас с собачкой? Так, стоп, не туда. Тут четвертого уровня три собачки. Ну, наверное, не буду пока трогать. Котики, маркотики. Седьмой, восьмой. Вот, смотрите, могу седьмые соединить. И восьмые два у меня получится. Вот, 544. И тогда у меня два восьмого уровня получится. Вот, кота-дракончики. Вот. Мурлыки. О, 1600 сразу очков, видите? Та-дам! И у меня теперь два дракона девятого уровня. 4800 драконья сила. Два мурлычки. Сколько у меня еще не хватает? Давайте посмотрим. Не хватает 600, 620 где-то, да? 620, это надо подумать, что еще соединить. То есть у меня вот таких еще соединений вполне возможно. Много, да? То есть, ну, нужно просто смотреть, какие из них могут что-то дать. Вот второго уровня, четвертый уровень. Раз, два, три, четыре дракона есть. Нет, не буду четыре. О, три яйца есть потрясающего дракончика. Я даже не заметила. Вот. Хорошо, видите, яйца заодно подсоединим. И смотрим, что у нас здесь. Можно получить второго уровня, и тогда, вот, отлично, тогда получится 5 второго уровня. Вот, какая-то польза будет. 80. И вот здесь вот, хоть какая-то вот, чтобы в дальнейшем польза была. Второго уровня.
Вот, видите, 256. И не хватает мне еще сколько? Тоже еще 200 с копейками, 250. Так, я могу третий соединить уровень. Посмотрите-ка. Видите, у меня еще один загорелся. Давайте. Вот как раз-таки сейчас уже хватит. Вот, 384. Вот, все, готово. Готово. Не пришлось мне распаковывать сегодняшних драконов и за эту неделю дракончиков. Ура, ура, ура. Так, есть так, чего, что приз не выдали. Ну-ка, задайте приз. Вот, два дракона Анубиса блестяшки. Посмотрите, какая прелесть. Вот, оно того стоило. И завтра будет как раз-таки среда. Будем вот это все-все распаковывать и собирать сундук логова на следующую неделю. И распаковывать то, что есть. Ну вот, на этой великой ноте, на этой классной ноте, пожалуй, закончим это видео. Всем до следующих встреч. Пока-пока. До свидания.